Уважаемые прощающиеся, прошу пройти в зал. Жизнь земная — великий дар. Но как ни прекрасны мгновения, проведенные в этом мире, однажды всем придется покинуть его. Уважаемые родные и близкие, друзья, печальное, горькое событие собрало нас здесь. Сегодня мы пришли проститься с прекрасным человеком, замечательной женщиной, любящей женой и матерью, Петровой Марией Ивановной. С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы провожаем ее в последний путь. Мария Ивановна покинула нас, но она навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в самых лучших светлых воспоминаниях. Сегодня на ваших глазах слезы, но это слезы светлой скорби и уверенности в том, что она на пути в вечность. Храните память об ушедших близких, ведь знак благодарности они посылают нам ангелов-хранителей и молятся за нас на небесах. Уважаемые прощающиеся, родственники, близкие друзья, я попрошу вас по очереди подойти к покойной, попрощаться, может быть, выразить свои личные слова, попросить прощения, поблагодарить, или можно без слов выразить свою скорбь. Пожалуйста, проходим. Городская ритуальная служба выражает искренние глубокие соболезнования близким и родным. Желаем вам долгих лет жизни, здоровья, успехов. Берегите себя и своих близких. Все попрощались. Прошу закрыть крышку гроба. Наша городская ритуальная служба занимается профессионально организацией похорон и кремации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также мы занимаемся отправкой тел в другие регионы Санкт-Петербурга, также принимаем, чтобы здесь организовать похороны и кремацию. Компания относительно молодая, мы открылись в 2019 году, но за это время зарекомендовали себя как надежный партнер в сфере ритуальных услуг. Мы работаем по уникальной методике. Первоначально задача компании – индивидуальный подход к каждой семье. Также наш агент выезжает на любой адрес и консультирует родственников абсолютно бесплатно. Также цель компании – оказать качественные ритуальные услуги и максимально оградить родственников от организационных вопросов. То есть все организационные вопросы ложатся на плечи именно агента. Выбор транспорта, гроба, креста и так далее. Мы пережили достаточно тяжелый период пандемии, но за это время организовали похороны достаточно большому количеству людей. Люди к нам обращаются повторно, рекомендуют нас знакомым, друзьям, родственникам. То есть у нас уже пошли рекомендации. Мы работаем напрямую с производителями, с кладбищами и крематорием, поэтому можем предложить людям максимально выгодные условия. Нашим большим преимуществом является то, что у нас есть выставочный зал, где можно посмотреть одежду, выбрать необходимые аксессуары, гробы. Вас полностью здесь проконсультируют. Также у нас есть зал для прощания, где можно пригласить батюшку для отпевания,
либо заказать церемониймейстера. В моем лице меня зовут Ирина. В нашем ритуальном агентстве открылось пространство, где можно организовать поминки, что является очень удобным. Так как это место находится в этом же здании, но изолировано от других помещений, люди после прощания могут перейти и спокойно помянуть своего близкого. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наша компания единственная, которая может предложить максимально удобные условия для проведения похорон или кремации. За столом могут собраться до 35 человек. Существует вариативность меню. Люди могут что-то добавить, от чего-то отказаться, принести свои напитки. Индивидуальный подход к каждой семье. Если вас постигло несчастье, вы можете обратиться в нашу городскую ритуальную службу, которая находится по адресу проспект Энергетиков, дом 59, корпус 2, или позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8 812 209 0908 или на нашем сайте grs-peter.ru. Обращаясь к нам, вы обращаетесь к профессионалам своего дела.